Стол с удмуртскими блюдами в ожидании гостей самого вкусного федерального проекта. Гастрономическую карту России решило создать Федеральное агентство по туризму совместно с Федерацией рестораторов. Организаторы ездят по регионам и заносят на карту самые вкусные и оригинальные блюда. Уже были в Суздале и Казани. Удмуртия – третий регион. И не случайно. В 2012 году произошло очень важное, знаковое, я бы даже сказала, событие. Потому что бурановские бабушки впервые в истории представили всему миру совершенно другую Россию. Потому что Россия – это многонациональное государство. И мы прежде всего нашим проектом «Гастрономическая карта России» должны представить многообразие. Многообразие регионов нашей страны. То, что нам есть чем похвалиться, даже не обсуждается. В Лударвае давно уже угощают туристов перепечьями, а в этом году Удмуртия и вовсе попала в книгу рекордов Гиннесса по числу съеденных пельменей. Гастрономический туризм развивается в Удмуртской республике. Есть фестиваль финно-угорской кухни «Бык-бык» в Шевканском районе. Он востребован. Я сам участвую ежегодно. Фестиваль пельменей – это тоже из той же оперы. А еще Удмуртия – один из немногих регионов, кто полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия. Мясо и молока, например, мы производим в полтора раза больше, чем съедаем. Яиц – в два раза. Что из всего этого можно приготовить, уже показывают и рассказывают профессионалы. С чем ассоциируется Удмуртия? Конечно, это табани с заветом, это перепечи с разными начинками. Табани могут делаться с припеком. Припек может быть разный. Зеленый лук, колыс, мясо. Есть и грибы, из которых можно делать и супы, и салаты, и консервацию различную. И есть также ягоды, очень много орехов. У нас орехи есть интересные. Мы как раз вот и приготовили частично. У меня тут уже глаза разбегаются. Суп с лисичками, кровяная колбаса, стерлядь, свекла с фермерским творогом, травяные чаи и даже консервированные зеленые помидоры. Ведь шутят же, что именно Удмуртия – их родина. Но сегодня гости узнали огромное количество блюд, которые готовят только в нашем регионе. Узнали и попробовали. По итогам этой вкусной экспедиции будут созданы региональные гастрономические карты. А они войдут в единую интерактивную карту России, чтобы любой турист знал, куда поехать, чтобы вкусно поесть. Елена Галимуль, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия».